На РИА Новости вышла такая статья. Режиссер Гардемаринов ответила обиженному на нее Жигунову. Светлана Дружинина в недавнем выпуске «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым резко высказалась по поводу конфликта с Сергеем Жигуновым, исполнителем одной из главных ролей в ее фильмах «Гардемарины вперед» и «Виват Гардемарины». И вот что она сказала, что ранее Сергея Жигунова задели слова режиссера о том, что всех персонажей, в том числе и Сашу Белова, которого сыграл актер, полностью родила и сделала она. Никто другой, ни Нагибин, ни Саратокина, ни Жигунов, никто, это мое детище, заявила Дружинина в одном из интервью. На это заявление Жигунов ответил: «Светлана Сергеевна, в качестве подарка ко дню вашего рождения готов снять свое имя с титров». Ну, я не буду дальше зачитывать. Странные такие артисты. Из них делают звезд, а они еще обижаются. Даже не хочу зачитывать.